Год только начался, а природа уже радует яркими событиями. 4 января с Земли можно было наблюдать частное солнечное затмение. Полюбоваться им могли жители разных уголков планеты, правда, в том случае, если погода позволяла. В секторе Газа, например, относительно солнечно. Молодежь, прикрывая глаза руками, любуется небесным шоу. Смотрите, оно все еще продолжается. Это красивое зрелище, удивительное зрелище. Над Израилем, по словам местных астрономов, Луна закроет солнечный диск на 46%. Сегодня мы наблюдаем частичное затмение Солнцем, которое происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной или примерно на одной и той же параллели, а Луна располагается между Землей и Солнцем. Помимо Ближнего Востока, затмение можно было также наблюдать в Северной Африке, Европе и частично в Азии. СМИ этих регионов опубликовали инструкции, как наблюдателям защитить свои глаза, ведь оставшаяся на обозрение часть Солнца довольно яркая и легко может ослепить.